Всем привет! Недавно на нашем канале вышло видео про Рокфеллера, и несмотря на то, что оно уже набрало несколько миллионов просмотров, многие справедливо задавались вопросом. Неужели стоящий на самом виду Рокфеллер и есть главный злодей планеты? Давайте разбираться. Несколько лет назад стало известно о создании единого международного траста между Ротшильдами и Рокфеллерами. Многих аналитиков озадачил этот факт. Ведь весь 20 век прошел под знаком борьбы этих двух семей. Официальная версия такова. Два клана объединяются, чтобы выжить в волнах мирового экономического кризиса. Но что же произошло на самом деле? Первая странность нового альянса в том, что суперсемьи объединили суммы всего в 40 миллиардов долларов. Такие суммы могут показаться приличными Биллу Гейтсу или Уоррену Баффету, но не ведущим финансовым кланам мира. Сегодня совокупное состояние Ротшильдов по приблизительным оценкам зашкаливает за 4 триллиона долларов. У Рокфеллеров совокупный капитал исчисляется в тех же порядках, только на триллион меньше. Получается, что объединение капиталов не заявка на выживание, а явная претензия на господство в посткризисном мире. Верхушка айсберга в борьбе одних закрытых элит с другими. Но если альянс Ротшильдов и Рокфеллеров собрался с кем-то бороться, значит они не первые величины в мире глобальной финансовой закулисы. Майер Ротшильд, основатель династии, родился в Германии в 1744 году, а американец Джон Рокфеллер-старший почти на 100 лет позже. О клане Ротшильдов мы, кстати, сделаем видео в ближайшее время, так что настройте уведомления, чтобы его не пропустить. И подпишитесь на крамольный телеграм-канал, тоже будет полезно. Так вот, если это относительно молодые семьи в исторической перспективе, тогда кто же рулил планетой, когда Ротшильды и Рокфеллеры ходили под стол пешком? Может быть, семья, члены которой основали свой Standard Chartered Bank? Еще в 1613 году. Реальная власть — тайная власть, и, как известно, большие деньги любят тишину, а потому барухи всегда стараются держаться в тени. Разве что, когда того требовала жизнь, Бернард Барух нарушил правила, став экономическим советником аж семьи президентов США. Вот его краткая история. В 1881 году семья Барухов переезжает в Нью-Йорк, и юноша Бернард поступает в Сити-колледж, окончив который, работает брокером на Нью-Йоркской фондовой бирже. А в 1903 году учреждает собственную брокерскую компанию. Вопреки тогдашней моде на объединение в трастовые компании, Бернард Барух ведет свой довольно успешный брокерский бизнес якобы в одиночку. Хотя, конечно, взлет обеспечивает поддержка старейшего клана, но для публики Бернард получает прозвище «Одинокий волк Уолл-стрит». И к 33 годам становится миллионером, при этом умудряясь наращивать свои капиталы в условиях непрекращающихся кризисов в США. С 1912 года Барух разыгрывает политическую карту, финансируя предвыборную кампанию Вудро Вильсона. В благодарность за поддержку Вильсон вводит его в ведомство национальной обороны. В годы Первой мировой войны Барух становится главой военно-промышленного комитета США и раскручивает маховик наращивания вооружений, который позволяет на некоторое время преодолеть череду кризисов в экономике страны. Именно Барух, как советник президента, склонил Вильсона поддержать идею создания ФРС, и с 1913 года правительство США делегирует полномочия по изготовлению долларовых купюр коммерческой структуре – Федеральной резервной системе. После революции в России Барух неожиданно становится сторонником сотрудничества с Советским Союзом. Вместе с Хаммером и Гарри Маном Ленин приглашает его на восстановление народного хозяйства страны Советов. Одними из первых заводов, построенных американцами в России в 1920-30-х годах, были тракторные заводы в Волгограде, Харькове и Челябинске. Конечно же, эти заводы имели двойное назначение. Кроме тракторов, здесь стали производить танки, бронемашины и прочие вооружения. Необходимые для армии автомобили производили на двух главных заводах – Горьковском и имени Лихачева, который был построен на субсидии Генри Форда в 30-х годах. Американскими компаниями были также построены два огромных сталеплавильных завода в Магнитогорске и Кузнецке. Предчувствуя развитие ситуации в мире, Барух с солидарными с ним американскими и британскими банкирами в конце 20-х годов проводит креативный маневр. Он добивается переориентации американской экономики на обслуживание военно-промышленного комплекса через ее искусственный обвал и погружение в кризисное состояние. Свои действия он демонстрирует довольно перспективному британскому политику Уинстону Черчиллю, которого приглашают в Америку под предлогом выступления с лекцией. 24 октября 1929 года, в день крушения Нью-Йоркской биржи, Барух привозит Черчилля на Уолл-стрит. В то время, когда возбужденная толпа бушевала у здания Нью-Йоркской биржи, он делится с Черчиллем информацией, что еще за год до обвала прекратил играть на фондовом рынке, продал все свои акции и купил вместо них облигации правительства США, обеспечив сохранение своих капиталов от обесценивания. На Черчилля это произвело огромное впечатление, и с тех пор их дружба с Барухом приобрела не только личный характер, но и черты стратегического партнерства. Именно Барух и Черчилль стали активными организаторами игр по укреплению, а затем
сталкивании лбами Германии и СССР. В том же 1933 году США в полном объеме устанавливают дипломатические отношения с СССР, и Бернард Барух с видными американскими политиками встречает в Америке советских полпредов Максима Литвинова и Евгения Розенгольца, чтобы разработать совместную линию поведения. Кстати, о Литвине. 1939 год в сознании многих сегодняшних патриотов, желающих немедленного счастья всем и сразу, Иосиф Виссарионович был вполне полновластен в стране. А тут вот ведь незадача, раскрылось прямое предательство тогдашнего наркома по иностранным делам Литвинова, более известного в определенных кругах как Мейер Генох Моисеевич Валах. Что в те времена делали авторитетные и компетентные органы с предателями Родины, известно. Наказывали, порой весьма сурово и скоропостижно. А что смог сделать всесильный Сталин, который, по воспоминаниям современников, выступал на правительственном совещании по поводу предательства Литвинова Валаха, с трудом сохраняя спокойствие? А ничего серьезного. Попросить Литвинова написать заявление по собственному желанию и посадить под домашний арест на комфортной литвиновской даче. И все. И предатель не менее комфортно скачался в 1951 году в почетном возрасте 75 лет. Получается, что даже Сталин не мог диктовать этим людям условия. Но вернемся к Баруху, интересы которого не ограничивались европейским театром. В 1934 году он во взаимодействии с министром финансов США Генри Маргентау провел беспрецедентную операцию по обмену китайского золотого запаса на пачку бумаги в виде облигаций. Загнанный в угол Чан Кайши, терпящий одно поражение за другим, согласился на этот обмен, в результате которого дельцы из США получили не менее 100 тонн золота в слитках и огромное количество серебра, драгоценностей и антиквариата, а Чан Кайши — 250 листов бумаги и спокойную старость на острове Тайвань. К началу 40-х Барух уже был миллиардером, но пик дивидендов от его замешанного на политике бизнеса пришелся на годы Второй мировой войны и послевоенной гонки ядерных вооружений. Барух продолжал консультировать правительство и оказывал дальнейшее влияние на распределение государственных военных заказов. Миллиарды долларов шли на финансирование направлений, им предложенных. В 1944 году, благодаря умелой игре Баруха и его партнеров в Бреттон-Вудсе, потрепанная войной Европа и СССР согласились признать доллар США мировой резервной валютой. После Второй мировой войны Барух взялся курировать ядерную программу США и подмял под себя атомную промышленность. «Барух желает править миром, Луной и, возможно, Юпитером. Но это мы еще посмотрим», — записал в своем дневнике президент Трумэн. Эта фраза наглядно демонстрирует, кто в действительности принимал значимые решения, а президенту оставалось только завидовать, но открыто противодействовать он не мог. С началом гонки вооружений, приносившей подрядчикам американского ВПК баснословные прибыли, Барух лично контролировал производство американской атомной бомбы под девизом «Мы должны идти вперед с атомной бомбой в одной руке и крестом в другой». После демонстрации могущества США атомной бомбардировкой японских городов Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 года Советский Союз предпринял все меры по восстановлению ядерного паритета. В сложившейся ситуации США поспешили с одной стороны убедить мировую общественность в своих миролюбивых устремлениях, а с другой провели хитроумную комбинацию с целью подчинить Америке развитие ядерной энергетики во всем мире. Конечно же, инициатором столь масштабного замысла был никто иной, как Барух, которого президент Гэри Трумэн назначает представителем США в комиссии ООН по атомной энергии. На первом же ее заседании 14 июня 1946 года американская делегация оглашает план тотального запрещения ядерного оружия, вошедшего в историю под названием «План Баруха». Внешний план предусматривал вроде бы благие цели, однако предполагал проведение международных инспекций комиссии ООН по атомной энергетике с одновременным предоставлением ей полномочий принятия принудительных мер к нарушителям. Более того, на ее решение не распространялось бы право вето постоянных членов Совета Безопасности ООН. А вот тут замыслы Баруха столкнулись с недоверием Сталина, который понимал, что их реализация замедлит движение СССР к созданию своего ядерного потенциала, необходимого для обеспечения собственной безопасности. Советская делегация на конференции ООН воспользовалась тем, что предложение американцев коренным образом расходится с уставом ООН и его структурой, и наложила вето. Чем же все закончилось для Баруха? А ничем. С 1949 года